Знаете, за что вы задержали сотрудников полиции? Пока не знаю. Не догадываетесь? Нет. Проживаете где? Вот сюда приехал. Что, не тихо? Сюда в гости к брату, здесь их брат живет. Ага. За что задержаны сотрудниками полиции, знаете? По подозрению в краже, сказали. Конечно, конечно. Вы признаете? Я пока ничего не признаю. Спасибо большое. Я тебя понял, сейчас не вешай трубку. Ребята, еще раз.